Такие концерты студенты традиционно организуют один раз в год. Масштаб мероприятия зачастую выходит за рамки университетского события. На этот раз в зале, кроме самих студентов и преподавателей, представители районных властей и простые мазыряне. Приветственные слова первого проректора университета Валерия Болбаса звучали одновременно и как поздравления с наступающими праздниками, и как напутствие. Нам очень приятно, что, находясь в тех условиях, в условиях нашего университета, в условиях нашего города, в условиях нашей страны, мы испытываем постоянное чувство удовлетворенности, чувство простого человеческого счастья и большой благодарности и нашим дедам, прадедам, которые ценой своей жизни, иногда ценой своих героических поступков, дали нам возможность вот жить той полноценной жизнью, которая у нас протекает в настоящее время. Несколько месяцев подготовки в сочетании с инициативой и активностью дают неплохой результат. На сцене демонстрируются номера, которые, если и не претендуют на профессионализм, то вполне качественно подготовлены. Молодежи, праздник труда, 70-летие Великой Победы. Поводов более чем достаточно. Война и мир сменяли друг друга в концертных номерах. Итог отчетного концерта – хорошее настроение и позитивный настрой как у самих артистов, так и у зрителей. Лидия Поттер, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Музырь».